Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем читать произведение, которое называется «Собака Баскервилей». «The Hound of the Baskervilles» by Conan Doyle, Part 3. Прежде чем мы приступим к чтению и переводу текста, давайте ознакомимся с новыми словами. Повторяйте за мной на английском. «Cruel» – «жестокий». «God» – «Бог». Hunting – охота. Gang – банда или шайка. Marry – жениться, выйти замуж. Be afraid of – бояться кого-либо. В этом выражении be – изменяемая часть. Afraid of остается неизменным. Например, I am afraid of dogs. Я боюсь собак. He is afraid of dogs. Он боится собак. И еще один пример. They are afraid of dogs. Они боятся собак. Stay away from. Держаться подальше от. Вот такие слова нам встретятся в тексте, который вы сейчас видите перед собой на экране. Когда вы останавливаете видео, чтобы прочитать предложение, обращайте внимание на таблицу с новыми словами. Это позволит вам понять смысл прочитанного предложения. Итак, читаем и переводим по предложениям. Sir Hugo was a cruel man who did not believe in God. Сэр Хьюго был жестоким человеком, который не верил в Бога. Every day he went out hunting and drinking with a gang of wild friends. Каждый день он отправлялся на охоту и пьянствовал с шайкой буйных друзей. A farmer on Dartmoor had a beautiful daughter. У одного фермера в Дартморе была красивая дочь. Мы говорим «у одного фермера», хотя в этом предложении нет слова «one», но слово «farmer» – «фермер» использован с неопределенным артиклем «a», а это значит, что пока не идет речь о конкретном фермере, а указывается информация, что у какого-то, у одного из многих фермеров. Именно поэтому в данном случае мы можем сказать, у одного фермера в Дартморе была прекрасная или красивая дочь. Sir Hugo wanted to marry the girl, but she was afraid of him. Сэр Хьюго хотел жениться на этой девушке. Но она боялась его. The girl's father told Sir Hugo to stay away from his farm. Отец этой девушки сказал сэру Хьюго держаться подальше от его фермы. А теперь давайте поработаем еще над словами из этого отрывка. Повторяйте за мной на английском. Cruel. Жестокий. God. Бог. Hunting. Охота. Gang. Банда. Шайка. Marry. Жениться. Be afraid of. Бояться кого-либо. Stay away from. Держаться подальше от. Повторяйте за мной на английском и вспоминайте перевод. Cruel – жестокий. God – бог. Hunting – охота. Gang – банда, шайка. Marry – жениться, выйти замуж. Be afraid of. Бояться кого-либо. Stay away from.
держаться подальше от. Не забывайте смотреть в текст, если вдруг вы не вспоминаете значение слова. Вы, конечно же, можете найти в тексте это слово и по контексту вспомнить его значение. А теперь давайте переведем слова на английский язык. Держаться подальше от. Stay away from. Бояться кого-либо. Be afraid of. Жениться, выйти замуж. Marry. Банда, шайка. Gun. Охота. Hunting. Бог. God. И последнее слово – жестокий. Cruel. Мы переходим ко второй половине текста и сразу, конечно же, разбираем 7 новых слов из этой части. Повторяйте за мной на английском. Be angry. Злиться. One day. Однажды. Field. Поле. Ride, road, ridden. Ехать верхом. Например, можно ехать верхом на лошадях, можно ехать верхом на велосипеде, можно ехать верхом на мотоцикле. Вот в таких случаях используется глагол ride. Catch, caught, caught. Ловить, хватать. Poor. Бедная. Terrified. До смерти напугана или очень сильно испугана. Такое же слово мы можем применять в том случае, когда хотим передать смысл, объятый ужасом. Это тоже слово terrified. А теперь давайте читать и переводить по предложениям. Сэр Хьюго was very angry. Сэр Хьюго очень разозлился. One day, when the farmer was working in his fields, однажды, когда этот фермер работал у себя на полях, Сэр Хьюго rode to the farm with his friends. Сэр Хьюго прискакал на ферму со своими друзьями. Как мы уже говорили, глагол ride, rode, ridden обозначает ехать верхом. В данном случае сэр Хьюго ехал на лошади. Поэтому мы можем сказать «приехал на лошади к ферме», но также мы можем сказать и «прискакал к ферме». They caught the girl and took her to Baskerville Hall. Они схватили эту девушку и увезли ее в Baskerville Hall. The poor girl was terrified. Бедная девушка была до смерти напугана. А теперь давайте поработаем с новыми словами из этой части. Повторяйте за мной на английском. Be angry. Злиться. One day. Однажды. Field. Поле. Ride, road, ridden. Ехать верхом. Catch, caught, caught. Ловить, хватать. Poor. Бедная. Terrified. До смерти напугана. Повторяйте за мной на английском и вспоминайте перевод. Be angry. Злиться. One day. Однажды. Field. Поле. Ride, road, ridden. Ехать верхом. Catch, caught, caught. Ловить, хватать. Poor. Бедная.
Terrified. До смерти напугана. Переводим на английский. До смерти напугана. Terrified. Бедная. Poor. Ловить, хватать. Catch, caught, caught. Ехать верхом. Ride, rode, ridden. Поле. Field. Однажды. One day. Злиться. Be angry. Давайте теперь послушаем полностью эту часть в аудиозаписи. Sir Hugo was a cruel man who did not believe in God. Every day he went out hunting and drinking with a gang of wild friends. A farmer on Dartmoor had a beautiful daughter. Sir Hugo wanted to marry the girl, but she was afraid of him. The girl's father told Sir Hugo to stay away from his farm. Sir Hugo was very angry. One day, when the farmer was working in his fields, Sir Hugo rode to the farm with his friends. They caught the girl and took her to Baskerville Hall. The poor girl was terrified. На этом работа над третьей частью подошла к концу. Мы продолжим чтение этой книги в следующей, в четвертой части.